Мы обсуждаем самые важные события недели с экспертом Атлантического совета Ариэлем Коэном. Ариэль, приветствую. Начнем с главной темы в Соединенных Штатах. Ты понимаешь, что происходит вокруг саммита Трампа и Ким Чен Ына? Я понимаю. Сплелись некомпетентность одних и темперамент других. Кто из них некомпетентен, у кого темперамент, я предоставлю судить нашим зрителям. Но, честно говоря, за 30 лет работы в этой области я не помню вот такой драмы. Но это уже не драма, это практически комедия. Я очень надеюсь, что это не станет трагикомедией, что эти всплески эмоций и сюрпризы не приведут к военным действиям на Корейском полуострове. Саммит будет? Саммит будет, но вот когда он будет, я не знаю. Я не уверен, что он будет 12-го. MH17. 4 года прошло. Нидерланды и Австралия решились назвать громко то, что, в общем, все подозревали. Россия стоит за установкой БУК, и Россия должна взять на себя ответственность. Что дальше? Сейчас Запад выступит в поддержку, ну, кроме как заявлениями, новые санкции, что-то, какая-то реакция? Это хороший вопрос. К сожалению, у нас сегодня расходятся европейцы и американцы по продолжению санкций. У Европы усталость от санкций. Мы видим новое правительство в Италии, которое вообще говорит о том, что санкции надо снимать. Американцы продолжают считать, что санкции должны продолжаться. Но поскольку у нас сегодня есть практически юридически установленные вещественные доказательства, юридически установленные факты, никаким образом от этого уходить нельзя и не нужно уходить. Потому что такого рода поведение, когда сбивают гражданский авиалайнер и гибнут 300 человек практически, такое поведение не может быть принято международным сообществом. Не могу не спросить один из скандалов, который замечен американской прессой. Порошенко, по крайней мере, якобы администрации в Украине, заплатил $400 000 Коэну, хотя отрицает сей факт. Заплатили Коэну за организацию встречи. Здесь масса вопросов и к Киеву, и получается, Коэн действовал как иностранный агент? Как минимум, Коэн действовал как иностранный агент, и я ради моего уважения к институту президентства очень надеюсь, что Коэн не заносил, как говорят в России, не делился, а только взял себе эти деньги. Потом он, очевидно, не зарегистрировался как иностранный агент. И более того, он, очевидно, какое-то время не смог дать клиенту то, что клиент от него ожидал. В конце концов, была встреча Порошенко с Трампом. Порошенко пытался из этого стричь какие-то купоны, но сказать, что Трамп там особо как-то симпатизирует Порошенко или Трамп активно занимается Украиной, я этого сказать не могу. И, наконец, хочется от тебя услышать какой-то инсайт, информацию. Авен и Фридман были в Атлантическом совете. Насколько я знаю, ты там присутствовал. Начнем со скандала. Насколько ты согласен с тем, что это возмутительно, что эти люди были в Вашингтоне, и вы еще и за закрытыми дверями в присутствии представителя администрации с ними общались? А что тут такого постыдного? Во-первых, я хочу тебя поздравить, ты хорошо осведомлен. Вот. Но ничего зазорного в том, что два олигарха, которые имеют свою особую позицию, которые никогда не были в кооперативе «Озеро», которые вообще не питерские, и которые являются открытыми сторонниками российских как бы международных связей, и укрепление этих связей. Более того, если тебе известно о стипендии «Альфа», который возит американцев в Россию на год с оплаченными расходами работать в России, они показывают, что они стоят за укрепление дружбы с Соединенными Штатами. Я не имею ничего против Соединенными Авена и Фридмана. Почему не поговорить с ними открыто? Зачем за закрытыми дверями? Ну, разные есть форматы. Есть закрытые форматы, есть открытые форматы. Более того, в закрытом формате люди гораздо более спокойно говорят и больше говорят, чем в открытых форматах. Хотя говорят, что в Вашингтоне нет такого понятия, как закрытый формат. Не могу не спросить, а представители администрации, они просто наблюдали или все-таки участвовали в дискуссии? Ты не можешь не спросить, я не могу не ответить. То есть могу не ответить. Я думаю, что мы и так считали этот ответ. Спасибо, Ариэль Коэн, эксперт Атлантического совета. Мы подводили итоги политических тем этой недели.